Всем добрый день, я Елена Заплохова, педагог-психолог, семейный психолог. Я очень часто встречаю семейные пары, мужей и жен, которые хотят иметь счастливые отношения в браке. Я считаю, что это очень хорошее желание, и все мы достойны быть счастливыми в наших семьях. И знаете, любая семья, конечно же, любую, если мы возьмем на этой планете Земля, они должны общаться для того, чтобы между ними была дружба, доверие, открытость, взаимопонимание и так далее. И абсолютно каждая пара общается, все мы умеем разговаривать. Но, знаете, качество общения, на самом деле, оно в каждой семье очень разное. И я часто, к сожалению, сталкиваюсь с тем, что семейные пары, которые пришли в такое, знаете, отчаяние, состояние разобщенности, между мужем и женой пришло какое-то недоверие, бывает даже случаются измены и так далее, если отматывать пленку назад, то на самом деле чаще всего причиной является разных негативных последствий, в браке. Это плохое, недостаточно такое некачественное общение. И как же мы к этому приходим? Почему наше общение становится неоткрытым? Почему наше общение, оно сходит на нет? Почему мужья и жены закрываются друг от друга? На самом деле есть, конечно же, причины. И я хотела бы сегодня сказать о нескольких таких причинах. Одна из причин заключается в том, что однажды муж или жена, а может быть оба, сделали вывод. А вывод звучит следующим образом, что моя откровенность, она может быть чревата последствиями. То есть однажды, допустим, жена поделилась со своим мужем о том, что она купила какую-то вещь, о которой очень долго мечтала, не посоветовавшись с ним. И тут она все-таки не выдержала, поделилась этой радостью, на что муж очень негативно отреагировал. Жена сделала выводы и посчитала, что хорошо, в следующий раз навряд ли я тебе что-то скажу. Или, допустим, муж делится со своей женой, что он был в гостях и видел, как чья-то другая, жена приготовила там вкусный ужин, и вот он восхищается, делится, кажется обычными позитивными какими-то переживаниями, впечатлениями о том, как живут его друзья, к примеру. Но жену это задевает, эта откровенность, это ее обижает. Она делает неправильные выводы, и она начинает критиковать мужа. Она говорит, да, другие живут хорошо, а мы не так хорошо. И знаете, муж, может быть, не показывая виду, но делает вид, точнее делает вывод, что моя открытость, откровенность, она на самом деле чревата негативными последствиями. И таких примеров можно приводить очень-очень большое количество. Когда при нашей открытости, откровенности, когда мы друг другу открываемся, мы в ответ сталкиваемся с непониманием. Сталкиваемся с тем, что наш дорогой любимый человек, он реагирует не так, как мы ожидали. И мы потихоньку отдаляемся друг от друга, мы перестаем делиться своими чувствами, мы перестаем делиться своими идеями, мыслями, мечтами. Иногда даже делаем вывод о том, что то, что я чувствую, то, что я переживаю, то, что со мной происходит, оно, скорее всего, неинтересно моей жене или моему мужу. И тем самым мы утрачиваем то самое драгоценное, что может быть в браке, это живое полноценное общение. Этого общения становится все меньше и меньше, оно становится скудным, оно становится формальным, оно становится неинтересным. Муж и жена просто начинают общаться о бытовых вещах. Они говорят о том, кто должен забрать ребенка из садика, о том, что надо не забыть купить хлеб, о том, что кого во сколько разбудить и так далее. И в один момент они приходят к выводу и говорят, мы стали чужими друг другу, и нам неинтересно. Если заглянуть чуть дальше, к чему приводит такое общение, то можно увидеть, что эта потребность, неудовлетворенная в близком, доверительном, открытом общении в браке, она, эта потребность может легко быть восполнима другим человеком. Человеком, который оказался где-то рядом. Кто-то сказал, допустим, комплимент вашему мужу на работе, или, допустим, кто-то его выслушал, его идею и ободрил, вдохновил. И он сделал вывод, что даже моей жене это неинтересно, кому-то другой женщине это интересно. Или, к примеру, жена долго не разговаривала по душам со своим мужем, и вдруг однажды нашелся какой-то внимательный слушатель, и ее выслушал раз, два, и она тоже сделала выводы. И я сейчас говорю о том, как наше, не, скажем так,
нечуткое отношение друг к другу, когда мы не ценим открытость, откровенности друг друга, когда мы неправильно реагируем, как это может привести к очень печальным последствиям, по сути, к разрыву брачного союза. Поэтому я желаю всем нам быть мудрыми и относиться с уважением, особенно в те моменты, когда открывается перед нами наш муж или жена, когда они чем-то делятся сокровенным, когда они находят слова, подбирают, пытаются связать, может быть, в двух словах и сказать о том, что у них на сердце. Может быть, это неприятные новости, может быть, это радость какая-то. И знаете, в такие моменты я считаю очень важным не отвлекаться, не включать критику, не начинать делать вид, что вам это неинтересно, а наоборот, с вниманием отнестись к тому, что пытается нам сказать наш близкий, дорогой человек. Тогда он почувствует, что мы на его стороне, что нам не все равно, что он чувствует и что он думает. Это очень важно для созидания крепких отношений в браке. И я всем нам желаю жить осознанной супружеской жизнью, чтобы наши дети, они видели, что на самом деле дружба между мужем и женой, она очень реальна. И чтобы в свое время они тоже научились эту дружбу строить в своих семьях. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Можете оставлять комментарии, вопросы. Мы с удовольствием будем отвечать на них. Мудрости всем нам.